Вітаю вас, шановні друзі, в ефірі програма «Розмова на тему». І знову я, Нелі Толмач, запрошую вас до бесіди, присвяченої нашим талановитим землякам. Сьогодні у нас у студії ювеляри. З великим задоволенням до вашої уваги я хочу представити учасників одного з кращих вокальних колективів області, який є своєрідним символом Миколаївщини – краю корабелів. У нас у гостях учасники народного вокального колективу «Океаночка» Жовтневого районного будинку культури. Керівник Сергій Федорович Реутов, а також учасниці Віра Володимирівна Ковальчук, Любов Олександрівна і Галина Яківна. Я вас вітаю і дякую, що ви сьогодні з нами. Це перше. По-друге, хочу привітати вас з ювілеєм. Тому що 30 років на сцені Миколаївщини співають свої пісні учасники колективу «Океаночка». Це прекрасно, це пречудово. Я вас вітаю з цим. Дякую. Шановні друзі, але перш ніж ми будемо спілкуватися, перш ніж наші гості поділяться своїм досвідом, я хочу познайомити вас з усіма учасниками цього колективу. Отже, давайте вітати ювелярів, давайте дивитися на їхню творчість. Перлиною аматорського мистецтва Жовтневого є народний вокальний ансамбль «Океаночка». Цей колектив витримав випробування часом, і з далекого 1986 року і донині у його виконанні лунають гімни рідній землі. «Океаночки» входять 25 виконавців. В основному це милі жіночки, колишні робітниці заводу далеко не творчих спеціальностей. Але в їхніх серцях майже крізь все життя пронесена любов до пісні. Вони сьогодні знову стоять на сцені, як і тоді, в молодості, адже не зрадили своєму захопленню. Нині за плечима аматорів багато досягнень. «Океаночка» – лауреат всесоюзних, всеросійських, всеукраїнських фестивалів народної творчості. Активний учасник заходів обласного та міського рівнів. А деякі грамоти колективу вже можна вважати раритетними. Мережево мелодії. Глибоко вплітається воно в душу і чарує глибиною відчуттів, м'якістю та гармонійністю звучання. Наче всі переживання жіночого серця струмочком виходять назовні і не залишають байдужим нікого. Отже, ювеляри в нас сьогодні у гостях, колектив «Океаночка», учасники колективу. І сьогодні, шановні друзі, ми будемо говорити про розвиток пісні з точки зору її виконавців. І дуже цікаво ось зараз поспілкуватися з керівником колективу. Сергію Федоровичу, як ви вважаєте, що вам дозволило вижити, вистояти? Змінилися часи, змінилися напрямки. Ми бачили, ось, знаєте, таку хронологічну послідовність розвитку колективу в цьому сюжеті. Між тим, ви як керівник, як вважаєте все ж таки? Ну, прежде всего, это любов, естественно, до пісні. Нас объединяет любовь к песне, вот самое главное.
Вот. И я думаю, мы стараемся делать разноплановые произведения, потому что у нас есть как патриотического плана песни «Ты наша Украина», там «Келых дружбы», есть лирические песни, там «Звездочка тучку задела», например, «Разлалась, поплыла», вот слышали, «Любисток». Есть шуточные украинские песни народные, есть солисты, мы поем, типа «Мимилы Вареники» в Хоче. Поем мы, допустим, с репертуара «Забава», из репертуара «Поплавского», типа «Сало», «Борщ». Короче. Понятно, то есть обновляется репертуар, естественно. Да? Естественно. Вот. Поэтому, может быть, это нам позволило выжить самые трудные, как говорится, годы, 90-е годы. Вот. Ну и сейчас, вроде бы, как сказать... Тоже нелегко. Нелегко. Вот. Но именно любовь к песне... И то, что мы знаем, что это народу нужно. Вот где бы мы ни выступали, мы всегда видим довольные, радостные лица людей, и всегда нам говорят, приезжайте еще, потому что людям это нравится, и людям это надо. Это правда, я с вами абсолютно согласна. Вера Владимировна, вы староста коллектива. Вот расскажите, пожалуйста, как изменился состав коллектива с момента его образования и сегодня? Есть ли у вас старожилы, те, которые с вами рука об руку прошли все эти 30 лет, и те, кто сегодня могут по праву сказать, что это мой родной коллектив? Это мой родной коллектив, я говорю. Так. И осталось нас самых первых 7 человек, женщин. Вот. А остальные уже к нам подходили, женщины. Но самые основные 7 человек, девочки, которые я не могу. Вот Галина Донченко, Любовь Александровна и еще девочки. Ну, я без них, как говорится, как без рук. Все помогают. И вообще прекрасные женщины. Рукодельницы шьют, вышивают, поют. Ну, я не знаю. Красота, даже, да? Вообще, да. Вы знаете, вот я сейчас сижу и думаю, 30 лет. Можно сказать, что вы вырастили детище, да? Вот 30-летний взрослый человек, это уже самодостаточный человек, который очень понимает, что он хочет в этой жизни, у него есть своя философия. Вы как человек, который все-таки в основе стоял, как считаете, какова философия вашего коллектива? Философия, мне кажется, что вот это наша, как бы мы, как бы все... Дружелюбие. Да. Общность, интересов. Общность, что мы вот... и основное, что держит нас наши. Наши. А я хочу первые. Сказать, что Сергей Федорович вас ух как держит, потому что, дорогие друзья... Сергей Федорович держит дисциплину. Так, без дисциплина этого... железная. Да. Потому что, когда вот мы делали вот этот сюжет, мы приехали, вы бы видели, насколько сплоченный коллектив, который понимает руководителя просто с полуслова. Когда мы снимаем аматорские коллективы, это, знаете, это всегда немножко хаотично. Это эмоции. Это люди, которые живут своей какой-то жизнью. Они приходят, да, у вас... У вас все очень четко, очень упорядочено. Сергей Федорович, как долго вы выстраивали вот этот вот порядок? Ну, прежде всего, у меня девиз дисциплина и качество. Там, где нет дисциплины, вообще в любом деле, там, естественно, нет качества. Вот. Ну, а в чем вы видите качество? Ну, у нас, прежде всего, в исполнении каких-то произведений. У нас, мы поем в основном трехголосие. Есть у нас песни на 4 голоса. То есть не меньше, да? Да. Ну, я считаю, когда в вокальный ансамбль выходит и поет 2 голоса, это не солидно. Неинтересно. Да, неинтересно. Правда? Да. Как для профессионала. Но это же аматоры. Ну, мы уже, понимаете как, мы же уже, как, когда мы создавали этот коллектив, у нас было всего 8 человек. И когда они захотели, девочки, продолжать, я вам сказал, вы хотите сделать, чтобы было качественно или так себе? Миленько. Да. Они сказали качественно. Да. Я говорю, ну для этого мне надо минимум 15 человек, чтобы было хотя бы по 5 человек в каждом городе. Развернуться широко, да? Вот. Добавились девчата, мы потихонечку, естественно, это не сразу, но, как говорится, шаг за шагом. Мы добивались качества, обновляли репертуар, естественно, вот, работали над звуком. Я приверженец все-таки, даже если народно, больше к академическому, чем народного плана исполнения.
Ну что ж, планка поставлена высокая. Любовь Александровна, как давно вы пришли в коллектив? В коллектив я пришла 76-го года. Так. Да. У нас был один коллектив у ЦЭКа, а потом у нас образовался другой коллектив, так как руководитель наш был первый, ушел, и мы присоединились со Сергеем Федоровичем, и по сегодняшний день. Вы заводчанка, вы коренная. Заводчанка, да. Так. Скажите, пожалуйста, как находили вы в жизни время для того, чтобы вот прийти и отдать себя песне, коллективу? Сложно было? Я вам скажу, что если в семье есть порядок, и если тебя понимают дети, так, и муж понимает, на все время находится. Время находилось, у меня трое детей, и в ясельке, и в садик, и мужа обходить, и кушать сварить. И вовремя, без опозданий, на репетицию прийти. Вот они, на все вот, время хватало. Вот они, наши украинские женщины. Потому что мы женщины, мы украинские женщины, мы любим песню. А так, такую песню не ту, что спевают за столом, а ту, которую нам Сергей Федорович преподает, как она правильно поется. Мне это понравилось, как она должна и звучать, эта песня. Ой, вот как вот это вами... меня вдерживает по сегодняшний день. Да. Ну хорошо, вы поете, для вас песня уже стала профессиональной, понимаете, потому что вы уже знаете основы. А как же ваши дети, ваши внуки, как они поддерживают, поете дома? Мне дети помогали. Так. Я брала на репетиции, даже записывала песни на магнитофончик, ага. А дома включала, или дочка мне говорит: мамочка, кушать варим, давай слова учи. Представляете? Вот мы, да, мы поем, кушать варим и поем, так, слова учи. А есть у вас песенные традиции в вашей семье, ваших родителей? Да, да, у меня родители все музыкальные, и сестры все певицы. Вот представляете? Мама меня играла на балалайке, это она слова выговаривала. А отец профессиональный по всем гармошкам. Он сам их делал и сам играл. Классно. Откуда же вы родом? Балалайка это... А родом и Казанкевский район. Все ясно. Николаевская область. Казанка. Вот та песня, которая сегодня, и та песня, которая была у истоков. Галина Яковлевна, я хочу к вам обратиться. Вот чувствуете вы, что меняется все-таки, несмотря на то, что она народная, да, вот фольклорное направление, тем не менее окрас меняется. Вот с тех 70-х, когда только стартовали, и сегодня. Или на самом деле песня, она всегда одинакова? Ой, если любишь спевать, то любая песня до души будет. То, что батьки наши спевали, там, гора высокая, то, что это, какая разница? Любишь спевать, душа спевает, вот зайдем до меня, мы спеваем на всю квартиру, идем на репетицию, спеваем, ну, это наше життя. Молодцы. Давайте спевать для наших глядачів. Давайте. Я вас дуже попрошу, якусь песню для наших глядачів сьогодні заспівайте. Сергій Федорович, що будемо слухати? Любисто. Так, от ту саму пісню, яка є традиційною для колективу, зараз, шановні друзі, для глядачів телеканалу «Миколаїв». Прорастає знов
Спасибо вам большое. Дуже дякую вам, шановні друзі. Ви знаєте, обожнюю цих милих людей, які настільки душевно вміють відчувати. Пісня, вона відразу відчуває фальш. Якщо не відчуваєш її внутрішньо, не йде вона від серця, це можна почути відразу. А коли вона йде від серця, оце якраз і показник того, що люди розуміють, про що вони співають. Українська пісня – вона відроджує душу, вона надихає завдяки оцим милим людям. Сергію Федоровичу, ось підійшли до 30-річчя. Для вас, як для керівника, які найвагоміші досягнення, показники того, чим ви дійсно пишаєтеся як керівник? Те, що є візитною карткою колективу, те, що є козирною картою, можна сказати. Ну, прежде всего, вы, наверное, заметили, что у нас на столе есть инструмент, потому что мы в песнях это все используем. Это одна деталь. Козырные карты – это то, что мы поем народные песни, то, что нравится народу. Я всегда стараюсь подбирать репертуар тот, который ставлю себя на место зрителя. И если я чувствую, ну, уже ж много лет работаю в культуре, уже знаю, и знаю, если эта песня понравится народу, то я ее, конечно, беру... Я немножко о другом. Работать. Достижения ваши на конкурсах вокальных, потому что какие бы ни были областные конкурсы, вокальные конкурсы, вы всегда принимаете участие. Однако иногда из-за того, что вы в активе, может что-то потеряться, а в памяти руководителя это всегда остается. Для вас самая сложная победа. Ну, победа, вот какая вот за эти 30 лет? Куда вы ездили? Потому что мы говорили о том, что и всеукраинские, и всесоюзные конкурсы были. Ну, то, что мы когда были участниками всесоюзных конкурсов, мы, естественно, выступали на... Здесь у нас судостроители, когда были... Также мы были еще, когда, помните, если были передачи «Солнечные кларнеты», вот... Далее были, ездили мы, конечно, переездили мы много, мы были в Западной Украине, мы много раз были в Крыму. Конечно. Вот, потому что еще, когда мы были к заводу «Океан», еще Чантуря, покойный директор, он говорил тогда, что «Океаночка» является визитной карточкой завода «Океан». Конечно, Николаева, я могу сказать с уверенностью, потому что город Корабелов, пока что держим эту марку. Так? Ну, дай Бог. Да. Ну, а что? Будем надеяться, что все будет хорошо. Конечно же. Вера Владимировна, вот сегодня я знаю, что вы принимали участие. То, о чем Сергей Федорович сказал, это было. Сейчас новые конкурсы, новые показатели. Я знаю, что вы заявили себя на конкурсе «Украина – моя талант». Вы показывали себя? Нет. На так. Этом, вот что были, да. Вот. А вот была материнская песня, так. Конкурс. Ну, там у нас есть наши коллеги витовчане. Вот видите, не хотят говорить. А я знаю о том, что коллектив «Океаночка» заявил себе, когда в Николаеве был отборочный тур, они принимали участие, во всяком случае, встречали конкурс «Украина моя талантів». «Украина моя таланты». Но, хорошо, вы хотите материнская песня. Материнская песня – это традиционный конкурс. В этом году вы тоже принимали в нем Нет, участие. Нет, вот в этом как раз не принимали. Не принимали участие. Да, просто мы сказали, когда витовчане, они более... у нас как бы вокальный ансамбль, витовчане более обыгрывают на это. Так. Вот, поэтому там надо было обыгрывать, я говорю, пусть лучше витовчане. Хорошо, из последнего, Вера Владимировна, что вот вам больше по душе, из современного уже, вот то, что где вы заявляете себя уже в этом составе, в этом коллективе? Какие конкурсы, куда вы ездили, где показывали себя, что запомнилось? Южноукраинск мне запомнился. Потом мы были в Шевченко, Сергей Федорович, да? Да. Тоже был смотр коллективов. Так.
там мы тоже были... Кто районные смотрят, то областные смотрят. Да, районные, областные, а это этот... Ну, у нас проводятся каждый год районные смотры. Угу. Ну, мы принимаем участие. Знаю, поэтому и спрашиваю, что вы в активе на самом деле. Немножко растерялись, потому что много на самом деле мероприятий, в которых заявлено. Давайте поговорим о вашем рукоделии. Вот эти прекрасные работы, которые у нас в студии представлены. Кто автор? Чего исполнение? Это работы у нас, вот эти лебеди Любовь Александровны. Так. Вышивки, это... А Любовь Александровна, это вообще у нас уникальный человек. Я даже не могу сказать. Головные уборы у нас еще есть. Вторая партия. Так, это у нас праздничные, это ее рук дело, да? Да. Да, ее работа. Она шьет, она вышивает, она делает этих лебедей. Вот. Работа Любы Назаровой, вот вышивки, это ее работа. Галина Яковлевна у нас поэтесса, и еще одна у нас поэтесса, Ольга Петровна Первисник. Вот они пишут стихи к 30-летию, если можно, Галочка, хоть один куплет. Хоть один куплет, конечно, да, же. 30-летию она... Сейчас там чуть-чуть набросала. Да, она прекрасная. Мы просто спевали, я написала, и мы спевали за столом. Она давайте, написала. Конечно она же, она очень много пишет на каждое мероприятие. Пожалуйста, давайте. Нет, давай, прочитай. А давай. Сегодня відмічає наш ансамбль юбилей. 30 років, як співає «Океаночка» пісень. Керівник Сережа знає своє діло на все 100, на всі 100. Він з любов'ю навчає, як співати нам сі чи до. В житті є радості і печалі, нам все треба пережити. Тому жити треба далі, звичайно, з піснею дружить. Чи весною, чи зимою ми приходимо співати. Хай пісні линуть рікою, щоб нікому не унивати. Коли співаєм, забуваєм про негаразди, які є. Життя піснями окриляєм, яке сьогодні Бог дає. Ви знаєте, чудові рядки. Дякую за увагу. Чудові рядки. І я, знаєте, хочу сказати Сергію Федоровичу, що вам пощастило по життю, що ви зустріли і утримали таких жіночок. Дивіться, кожна з них – це окремий кладість талантів. Це окреме джерело, яке, напевно, і вас в якійсь мірі надихають. Конечно. Ну, прежде всего, я хочу сказать, большую помощь. Даже небольшую помощь, я бы сказал, она у нас руководитель, староста нашего коллектива Вера Владимировна. Потому что мне многие коллективы завидуют. Ну, у тебя староста, говорит. Вот. Она ее называет наша мама. Мама, конечно. Вот. А знаете, поэтому... как приятно, когда вот что-то сделаешь. Вот я пошила вот это, мне очень приятно, что я что-то сделала. Безвозмездно. Я не получу, мне никакие не платы, мне ни деньги, ни... Я просто делаю, чтобы... Спасибо, только скажут. И больше ничего. Люди, від того, що ви самі створили цей колектив, ви самі створили цю атмосферу, яка сьогодні і вас надихає, і вам допомагає. Да. От, на превеликий жаль, час нашої зустрічі підійшов до завершення. З вами можна багато про що говорити. Да. Ви сама філософія цього життя. Ви багато чого знаєте, ви багато чого бачили. Але найголовніше ваше досягнення – це те, що ви зберігли колектив і зберігли пісню. Я вам дуже за це вдячна. Я вдячна за те, що ви сьогодні поділилися своїм досвідом. І дуже хочу зустрітися з вами років за 10, наприклад. І за ці 10 років нехай і Київ чує, і за кордоном України чує, так, як було раніше. Добре? Добре. Дуже дякую. Але мир буде на землі. Так. Безумовно, мир буде, доки буде лунати наша пісня, тому що вона життєстверджуюча. Наостанок, для наших глядачів, будь ласка, пісню, нею і закінчимо нашу сьогоднішню зустріч. Шановні друзі, пісню слухаємо. Дід бабу кличе, кличе бабою, була.
баба кличе, від баба кличе, кличе бабою, пунок тиче, оженився сатано, заробляє на пшено, оженився сатано, заробляє на пшено. Пішла баба у танець, а за нею горобець, пішла баба у танець, а за нею горобець, викилясом, викрутасом, дідусенько молодець, викилясом, викрутасом, дідусенько молодець. Шановні друзі, підходить до завершення програма «Розмова на тему». Я, Нелі Толмач, вдячна всім, хто склав нам компанію. Миру, добра, злагоди і нехай пісня об'єднує наші серця. До зустрічі в ефірі!